Интернационалисты разбили гранитного Ленина. В центре Киева несколько десятков человек в масках. Представители партии «Свобода» свалили памятник и раскололи молотками на мелкие части под пение украинского гимна. Возмущению компартии страны нет предела. По словам одного из депутатов Верховной Рады, виновников обязательно нужно привлечь к ответственности. В правоохранительных органах уже завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» в связи с произошедшим. Памятник Ленину в Киеве был установлен в 1946 году. В 2009 он уже был поврежден. Тогда неизвестные отбили нос и руку вождя. На средства, собранные коммунистами, монумент реставрировали. Но правительство исключило его из числа памятников национального значения.